Криворізька зона відчуження. На безкоштовну екскурсію з такою назвою всіх бажаючих запрошує громадська організація «Українська велородина». Старт цієї суботи, 19 травня, збір о 8:30 біля залізничного вокзалу Рокувата. Про маршрут велоподорожі розповів її гід Денис Дубов. Экскурсия пройдет по одним из самых живописных мест Кривого Рога, где ранее жили люди, но по определенным причинам они покинули эти места. В принципе, на экскурсии каждый участник узнает, почему это произошло, что там раньше происходило на этих местах, узнает одну из самых интересных историй Кривого Рога, про Криворожского Нобеля, ну и о том состоянии, которое он оставил наследникам. А наследники у него были все практически жители Кривого Рога. Много-много другого интересного. Как вы видите, как поразительные, вдохновляющие места, так и очень страшные. Пункт прибуття учасників велоекскурсії – парк Тернівський. 19 травня там саме проходитиме міський Єврофест.